в этом году 12 раз сломался. Этому лифту в доме на Крылова 6 более двух десятков лет, а в городе-курорте около 40 машин, срок службы которых подходит к концу. Однако 10 из них необходимо заменить в ближайшее время. По словам первого заместителя главы города-курорта Анжелики Бузуновой, это фактически первоочередное направление, так как речь идет о безопасности жителей и гостей. В 103-м доме по улице Ивана Голубца необходимо заменить 2 лифта. 2 месяца назад лифты останавливала служба, потому что нельзя было дальше продолжать эксплуатацию. А у нас много инвалидов, много больных. Некоторые уезжали к родственникам жить на этот период. Вот, утеряли. И потом собрали, специалисты приехали, сделали повторное обследование и на 5 лет продлили пока еще эксплуатацию, отремонтировали. Вместе с тем лифтом уже четверть века их замена назрела. На эти цели предусмотрено 3 600 000 рублей. На счету у жителей лишь немногим больше 200 000. Остальное придется отдавать со временем по мере сбора средств. У фонда фактически берут займы. Этот дом в 12-м микрорайоне сдан в 1977 году. Жители показывают потеки на стенах, говорят, что кровля пришла в негодность. Ее будут капитально ремонтировать. На каждый выплаченный жильцами рубль придется более 10 рублей из фонда капремонта. Первые в очереди дома построены давно, а программа действует всего несколько лет, поэтому средств собственников пока недостаточно. Анжелика Бузунова говорит, что в этом году законодатели разрешили занимать больше, чем на 3 года. Это расширило пространство для маневра. Всего в этом году капитальные работы планируется начать в 11 домах. В следующем году, я думаю, что у нас в 2 раза больше домов попадет уже в эту программу. Во-первых, жители увидят, что это действительно работает программа. Когда увидят, что и меняют лифты, и меняют кровли, будем менять системы там, отопления, внутренних сетей. Поэтому я думаю, что в следующем году и жители будут более активно собирать средства. На середину октября назначен конкурс. В ноябре планируется начать работы. Крайний срок их окончания – лето 2017 года.